Друзьям, продолжаем прохождение игры Кредо Ассасина. Сейчас нам необходимо будет отыскать и освободить пленных ассасинов и сделать это незаметно для стражников. И тогда мы достигнем 100% синхронизации. И наши ассасины еще выполнили задание, которое мы недавно им поручали. Нашли его? Он нашел нас, наставник. Сегодня утром с этой базы похитили двух наших братьев. А теперь Вали требует передать нашу собственность тамплиерам. Нет. Мы не ведем переговоров с теми, кто захватывает заложников. Мы находим их и убиваем. Тогда нам надо разделиться и обыскать всю Галату. Времени у нас в обрез. Так, разделиться и обыскать. А зачем нам обыскивать, если у нас цель уже все отмечены? Так, почему-то не может наверх туда подняться. А, ну вот здесь сейчас все нормально будет. Предлагаю подкупить глашатая. Сейчас там где эта стража? Он стал заложником этого гнусного братства ассасинов. Ух ты! Смотрите, пошел осведомитель. Нам надо его догнать. Это будет эффективнее, нежели долбить никому не нужного глашатая. Так, только надо бы гражданских не задеть. Здесь, конечно, нужно сейчас будет попотеть. Хотя чё потеть? Мы сейчас в него пистолетом всадим. Вот так вот. Вот и все. Супер. Теперь просто отсюда убегаем. Но перед этим заглянем в банк. Потому что деньжат маловато, а вдруг они нам понадобятся на спецобмундирование. Так, отлично. И вот он банк. Даже ночью открыт. В любое время суток. Нашим услугам. Отлично, 2175. А забрали из него. А нужно двигаться по крышам. Меньше вероятности того, что нас заметят. Так, ну в рамках миссии я не думаю, что будем сейчас что-то делать. Так, один момент. Вот, продолжаем. То у меня телевизор уже хотел выключаться. Нужно было любую кнопку нажать. Так, группку наймем, я думаю. Ладно. Так. Вот здесь выделяем цель и указываем. Сейчас они четверых сразу должны увести. И мы как раз туда вниз спустимся, незаметно для всех. Все, вроде они убежали. Так, время вроде есть. Давайте работать. Так, давайте по-быстрому отсюда просто делаем ноги. То сейчас они вернутся. Тогда нам не поздоровится. Так, вот здесь, кстати, недалеко еще один ассасин. Так, а для уничтожения охраны, наверное, мы сейчас вызовем наших ассасинов. Ух! Кого я вижу? Либо потом заняться им. Либо он идет прям к нам в лапы. Да. Сейчас ножа его пустим. Так. Ну, выходи, выходи. Yes. Странно, не снял его. Да что ж ты будешь делать? Все. Сейчас яд сработает. Правда, возможно, я тем самым привлеку внимание других стражников. Они будут прочесывать этот сектор. Так, здесь мы вызываем наших ассасинов. Испытание у нас завершено. Так, можно теперь, наверное, спокойно. Ага, еще один стражник у нас здесь. Упс. Что-то многоватенько. Так, время есть. Я надеюсь. Еще один. Да нифига себе. Не кажется ли вам, что это многовато здесь было? Упс! Вот это нежданчик. И где такой там у нас был? Ага, вот он идет.
Сейчас мы его с ножа... Ай, ножа даже нет. Ай-яй-яй, как плохо-то. Ну, вот так вот попробуем. Так, быстро бежим. Освобождаем. Али сделал это с тобой. Наставник, простите, вы попались на уловку. Он схватил меня, чтобы отвлечь ассасинов с базы. Он сейчас идет туда. Какая жалость. Задание выполнили, я надеюсь. Да, дополнительное задание выполнено. Теперь можно и не шифроваться. Отлично. Блин, ну он хочет сказать, что он здесь не хочет прыгнуть. Нет, все нормально. Так, срочно бежим. Потому что тревожные вести нам донесли. Стараемся побыстрее. По крышам. Там никто не заметил. Внизу еще там стражник стоял. Так. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, как бы лучше нам обогнуть это все дело. Так, может быть, да, вот сюда, наверное, по этим крышам. И сразу туда на стену. Музыка классная такая звучит. Такой средневековый диско. Ух, а там что, хотят нам, нас недоступная область? Сейчас надо по карте посмотреть, где это все находится. Угу. Да, тут мы не сможем. Не сможем пробежать, придется вдоль. Так, ну ладно. В любом случае... Это для нас не проблема, потому что сейчас нам, как я уже говорил, скрываться нечего. Вот здесь ящичек, его мы не пропустим. Порошок дурмана. Так, я не помню, там есть где-то в округе у них выход из тоннеля. Ну ладно, пробежимся. Пособираем необходимые ингредиенты. Сера. Шрапнель. Шрапнель мне нужна. Нужно ускориться. Для более быстрого преодоления этого расстояния. Так, что здесь? Ничего абсолютно. Снова благовоние. Стоп. Вот это я давно хотел сделать. Для метательных ножей нам бы что-нибудь взять. Давайте-ка посмотрим, что мы здесь можем улучшить. Так, сумки. Уже принадлежит. Просто новые предметы у него не появились. Ладно, парашюты нам не требуются. Пока что. Там вот на карте у нас сейчас сундучок с сокровищами отразился. Но пока не будем внимания на него обращать. Вот здесь возьмем. Так, что-то я решил, по-моему... Серьезно это все дело оббежать. Сейчас взаимодействуем. Отправим ассасинов на какое-нибудь задание. Так, пропускаем все сообщения. Обороны среди земноморья. Афины. Напасть на курьера. Кого мы отправим? Так. Вот этого. Мало чего-то опыта. Ну ладно, будем все выполнять. Одного ассасина оставим. На всякий случай. На всякий пожарный. Потому что, может быть, потребуется его помощь. Блин, ну как преодолеть здесь? Там по крыше, что ли? Что-то я не очень удачно полез. Прям такая, как железная рука у него. Вот здесь. Да, все правильно. Хотел в воздухе за что-то схватиться, но не получилось. Все, почти добежали. Можно расслабиться. И заходим. Или подходим. Пройдена контрольная точка. Ты хороший боец, Эцио. Но твоих сил не хватит, чтобы спасти этот город. Какой самоуверенный мужчина. Что нам с ним сделать? Я пойду следом по крышам. По крышам пойдет. Погоню. Догнать его надо. Да, я думаю, что вдвоем мы сейчас его окружим.
И убьем его. Вот и все.